Меня зовут Айрат Кашаев, и мне выпала большая честь и огромное удовольствие сегодня с замечательным Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан играть музыку Эльмира Низамова на его творческом вечере. Меня вообще в творчестве Эльмира больше всего трогает его абсолютная искренность. Вот вы знаете, бывает такое и нередко, что композиторы пишут музыку, они что-то в ней пытаются придумать, что-то такое, то, чего никогда никто не делал, и что-то вот такое, да. У Эльмира, как мне кажется, отношение к музыке вот настоящее. Его музыка такая, какую он ее слышит внутри себя, в окружающем мире, в людях, которых он видит вокруг себя. Так его музыка и звучит. Раз, два, три, и... Меня зовут Илюса Хузина, я заслуженная артистка Республики Татарстан и счастлива сегодня выступать на этом концерте, даже не концерт, это праздник музыки, это большое счастье, радость. И сегодня я буду исполнять одну из красивейших произведений его творчества из оперы «Кара Булат», арию «Наргизы». Эти произведения сотканы, мне кажется, любовью, преданная искренняя любовь, и это совмещается с гениальной музыкой, безусловно, не оставляет никого неравнодушным. Всем привет, меня зовут Ильгиз Мухудинов. С Эльмиром мы познакомились на репетициях «Алтын Казан» в 2014 году, когда меня пригласили в состав хора. И это, конечно, очень приятно, и когда ты видишь, что это все зарождается при твоих глазах, и все это становится. Эльмир просто большой молодец, замечательные оперы, мюзиклы, романсы, песни. Я очень тебе благодарен за то, что ты мне написал такие красивые песни. Эльмира Калимуллина, певица. Для меня Эльмир – человек очень близкий. Это член нашей семьи, и это не высокопарные слова, это данность. Это человек, который в самые, наверное, важные, в самые сложные, в самые радостные. Вообще всегда он присутствует не только в моей жизни, но и в жизни моей семьи. Я им очень горжусь. Тот путь, который он проходит, тот путь, который он прошел, те силы, которые он вложил, знает только он сам и его родители. Меня зовут Алина Якунина, я концертмейстер ГАСО РТ. Для меня большая честь участвовать в этом концерте, и для Эльмира это знаковое событие. Вот я играю на концерте «Кончерто Гроссо». Произведение у него достаточно новое, ему пару лет. Вы знаете, вот Эльмир этим и отличается, музыка Эльмира Низамова отличается тем, что он подхватывает какие-то новые веяния, но оставляя национальный колорит, во-первых, это четко прочитывается в его произведениях. Сегодня долгожданный концерт, который я ждал,
наверное, всю свою творческую жизнь. Симфонический оркестр для любого композитора — это самая главная вообще площадка, где он может высказаться, где он может свои идеи воплотить в полной мере, на все 100%. Я очень рад, что это состоится в родных стенах родного Баказе и, самое главное, с родным государственным академическим симфоническим оркестром Татарстана. Мне хочется показать здесь все то, чем я живу, все то, что меня вдохновляет, и очень хочется этим поделиться. И я надеюсь, что это не последний концерт. Я очень благодарен оркестру, я очень благодарен Александру Витальевичу Статковскому, ну и, конечно, музыкантам, которые здесь сегодня. Это Айрат Кашаев, дирижер, который вкладывает всю свою душу. Это наш хор, который с радостью согласился в этом всем поучаствовать. Ну и, конечно, солисты Эльмира, Алина, Илюса, Ильгиз. Это золотые голоса нашей республики. Для меня большая честь, что моя музыка звучит в их исполнении. Конечно же, я хочу сказать, что, наверное, одним из самых сильных качеств Эльмира является его твердое и четкое конкретное желание желать и иметь. Вот за его целеустремленность, за его хваткость, за его просто невероятную жажду жизни, что ему всегда все хочется, низкий поклон. Это очень резонирует со мной. И я считаю, что его музыка буквально пройдет какое-то время, и о нем будут знать вообще весь мир. Сегодня, 11 декабря 2021 года, в Большом концертном зале грандиозное событие не только для Эльмира или для нас, солистов, вообще для культуры татарской в целом, потому что такой юный, такой талантливый, все своим трудом. Музыка всегда соединяет всех творческих личностей, что классическое, что эстрадное, что народное. Сегодня нас связал Эльмир вместе с вами. Ух, лишь бы мне продержаться и не обрыдаться, но это того стоит. Все эти эмоции, которые я переживаю, спасибо тебе, Эльмир, спасибо тебе.